Всем привет, меня зовут Алекс, и это продолжение игры Half-Life 2. И вот мы снова на этом водном мопеде пробиваемся через эти заграждения из канализационных вод, радиоактивных, кучи комбайнов, монстров, висящих с потолка, и этого проклятущего вертолета. И я не в ту сторону еще и попер. До свидания. Эх, скорость маленькая у него общая. Я немножко лоханулся, правда. А, теперь нам нужно убегать от бомб. Все понятно. Сейчас посмотрим, что он нам тут подгонит. Ух ты, ух ты. Вот это да. Интересно. Оп, 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 оу. Прям на мину наскочил. Здесь удачненько я так проскочил. Вообще нормально. Ух, ух. Да. Бляха, подлюки скатываются. Оп. Ну ты что? Застрял? Ты куда свой пулемет активируешь, а? Не надо. Ой, хорошо, хоть защита какая-то появилась. Опа, подствольничек. Боже ты мой, как? Как? Да и... Нет слов. Так, а дальше что? Ауй, дальше еще какая-то хрень. А, нет, все нормально, все нормально. Если бы так на самом деле бы катер с пропеллером сзади плавал, это была бы фантастика. Можно было бы по отвесным стенам вверх заезжать. Ну или заплывать, если с технической точки зрения выражаться более грамотно. Я думаю, что этим заниматься никто не хочет. Не надо стрелять, стрелять не надо, не надо, не надо, не надо. Ну вот, просишь его по-человечески, вот по-человечески просишь, а? А ему по барабану, он же не человек. Оу. 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 Эй! Я полагаю, нам сюда. Да? Ну там, да, там, по-моему, тупик. В принципе, нам сейчас спрятаться в туннеле было бы вполне себе неплохо. Взрывайся. Ты взрывайся. Вот. Вот. Супер. Ох, как прям по стеночке, по стеночке, по стеночке. Блин, неудачно. Так, там висюльки. Значит, мы пойдем здесь. Тут висюльки, значит, мы пойдем здесь. Обруливать не хочется. Там опять какие-то десантники, опять солдаты. Ну, нам это все нипочем. Гордон Фриман за рулем. Ему все нипочем. Ой-ой-ой-ой, молодчина. Красота. Так, а что у нас здесь возможно сделать вообще? Опа. Ящичек. Еще ящичек. Да разбейся ты. Вот, бронечка. Сохранимся. Странно то, что он не видит никаких надписей стимовских. Ни сохранений, ни ничего, в общем. Одним словом, ничего. Да что такое, блин, ну... Беги, 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 беги. Сейчас здесь быстренько подкачаем брони. Вот этой хрени. Побежим в наш катер и дальше попрем. Да вот вообще, а! Бесконечность серит он. Ага, херушки. А тем временем я вот здесь убегу. Убегу же? Убегу! Ай, что? Господи. Они еще и ракетами бомбят. Да ё-моё! Пролетим, не пролетим, пролетим, не пролетим. Пролетим, не пролетим. И что? Ну вот что это такое, а?
Что это за ублюдство? Да ладно, насрать вообще на здоровье. Еще найдем мы кучу ящиков со здоровьем, и обламываться вообще по этому поводу никакого смысла не вижу. Сейчас мы быстренько все это разрулим. В принципе, уж конец уровня не за горами. Вот нам сюда. Наверное. Или не сюда? Сюда. Раз загрузка, значит, мы правильно идем. Значит, все как положено. Так. Здесь вроде должно быть тихо. Внимание, опасный уровень радиации. Нихера я вступил в говно. Блин, вот это да. Надо же было так затупить. Чё-то я совсем не в адеквате. Значит, ящик, иди сюда. Опа, это здоровье будет. Здесь будет... Ой, все, печаль, беда. И краб дохлый. Это, кстати, хорошо. Это нам и нужно было. Так, в этой руке у нас автомат, в этой... Монтажка. Фомка, или называйте ее как хотите. Так. Так. Ужасно страшная музыка. Так. А-а-а. Пойдем со мной. Тебе куда? Сюда. На-ка. Эх, с разбегу тебя пинать. На. А, не надо с разбегу пинать. Падай. Хорошо. Так, дай-ка я-то выйду. Опа. Нормально. Туда еще бочку затолкаем, колесо туда затолкаем. Кирпич. Да-да-да, и кирпич тут. Даже стул. Нет, не жидкий стул, деревянный. Ну, я думаю, в принципе, этого должно хватить. Да? Ну, я думаю, да. Да по-любому хватит. По-любому хватит. Естественно, нам не сюда и не сюда, а вот сюда. Не понял. Опять тоннель. Что здесь? Что-то мусором. Ну... О, это база. Пип-пип. Фримен, верно? Да, я. Не верю собственным глазам. Доктор Гордон Фриман собственной персоной. Да кто тут еще может через такие говна пролезть-то? Только Фриман. Мы как раз готовимся сняться с места. Поспешим. Нам нужно сворачивать лагерь и уходить. Поспешишь, людей насмешишь. Фриман. Привет. Чё? Ну скажи мне что-нибудь. Ну скажи. Эх, ты не хочет. И ты такой шумный. Ты же сдашь всю контору, спалишь. Ну ладно, пойдем сюда. Иду, слушаю. Ну слушаю. Вот, взгляните сюда. Это дамба. Она прямо по курсу. На старый ГЭС прячется Элай. Рукой подать от дамбы. А-а-а. Попасть туда с этой вертушкой охотником на хвосте, считайте, почти нереально. Хорошие новости. Вартигонд что-то там шаманит под вашим катером. Да? Так что чё? Он станет помощнее. Кажется, он уже заканчивает. Выходите. А-а-а, вон он чё... Он что-то колдует. Он точно сейчас черной магией туда... Что-нибудь плохое сделает. Нас обязательно поймают, а? Ну так же всегда в фильмах, да? Всегда какая-нибудь проблема возникает с того, когда тебе какой-нибудь инопланетянин хочет помочь. Я вас слушаю. Ну вот и мы сняли эту пушку с такого же охотника. Тяжелое оружие. Какая ирония. Достижение открыто. А, с такого же вертолета. Угу.
Молодой человек, ну скажите что-нибудь. О! Хорошо. Я рад, что ты заговорил. И вам пока. Хорошо. Хорошее оружие. А главное, бесконечное. Вот что самое крутое. Все, получил пиздюлей, мудень. Не расслабляйся. Я тебя навешаем. Ты потом будешь визжать, как сучка. Все, привет вам, мужики. Ух, как я вовремя сюда забежал. Нормально. Жаль, что я единственный подствольный выстрел выкинул. Хорош, вот тебе еще один подствольный выстрел. Все, дохленький. Где сейчас главное вовремя запрыгнуть? Давай, 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 заводи свою телегу. Падла, ты еще попала в меня. Оу! Не надо, не надо, не надо в меня стрелять. Не стреляйте в бочки! Все пролетел. Все пролетел нафиг. Ни одну бочку. Ни одна бочка не пострадала при съемке этой серии. Нет, все-таки она пострадала. Но в этой сцене ни одна бочка не пострадала. Да хватит мне, блин, стрелять в спину-то, так нечестно. Как минимум нечестно. Ой, тут снова еще движуха пойдет, да? Ну конечно. Здесь же машинка стоит. Да что такое-то? Хоть я вот эту машинку сколько стреляю. От нее он куски отваливаются уже, а она, блин, живая. Я так не играю. Хотя кто меня спрашивает? А ты еще не уничтожаешься? Хотя он, по-моему, вообще, по идее, бессмертный. Падла такая. Чего он бессмертный? Чем мне его кормили? ГМО, что ли? Кто тут еще крякает рации, а? Сознавайтесь. Тут? Чего? Да не-не-не-не-не-не-не. Крабов мне не надо. Можете сами их кушать. То есть, вернее, им отдаться для еды. Звук здесь напоминает из Rage, когда в магазин к Яне приходишь. Так, лестница рабочая. Конечно. Следопыт, 11:45, достижение. Приходится мне читать, потому что его не показывают. Как ты звонишь-то? Где висюльки-то? Я не вижу. Ты глянь, звони то, чего нет. Вообще беспредел. Ну ладно, зато хоть радует. Радует слух. Контр-уклон. И погнали.
Тоннель. Хедшот. Вот это сложный вообще поворот был. Ух! Нихера. Вот это поворот. Вообще просто, просто беспредел. Ну конечно. 59% жизни. Да пипец просто, блин. Счастье, радость. Вообще беспредел, просто беспредел. Да сломайся ты, взорвись уже, сгори. Тварь ты такая. Ну. Ты живая, ты смотри, что творится. Тут еще одна. Ой, быстрее. Прячься. О. Все развалилось, подлюка. Ну это хорошо. 56 здоровья. Ужас. Что нам тут уготовано судьбой? Она даже не загорелась, а? Тварь такая. Ну чё здесь? Электричества нет, ничего нет, аптечек нет, вообще ничего нет. Ну, ладно, пойдем сюда. Неужели серьезно ничего нет? А, во-во-во-во-во-во-во. Супер. Чуть не пропустил, ну замечательно. Хоть это хорошая подмога у нас будет. В принципе, такая... Такая помощь очень... Приятно будет. Пролазь. Пролазь, говорю. Что такой толстый? О. Нормально. А куда мы? В стену, что ли? Или что? Нифига. Как все хитро. Опа. Теперь сюда. Да сюда ты глянь. Просто от балды повернул и прилетел куда нужно. Это совпадение. Ой, ну здесь. А что за пустошь такая? Это что-то слишком, слишком открытое пространство. Фига он взлетает моментально. Опа, прячемся. Получай, гнида, получай. Получай, гнида такая. Опа, он сюда стрелять собирается. Не надо. Не надо. Пролетай, пролетай. Молодчина. Что ты там пи-пи-пи-пи? Пи-пи-пи-пи-пи, он говорит. Пи-пи-пи. Я тебе дам пи-пи-пи, блин. Нифига он обсирается этими гранатами, бомбами. Убегай. Хорош. Да ты взорвался, нет. Что происходит-то? Я вообще запутался. Падла, взорвись.
А он вон он где аж. Так бы лучше поля засевали. А получи ты, козлина. Блин, да не хочешь он помирать? Ты смотри, что творится. Что за пулемет взялся, говнюк? Я тоже могу стрелять. Тоже могу... Ха-ха-ха-ха! Месть! Достижение открыто. Все, на, получил. И музыка сразу такая загадочная. Кстати, звуковое оформление очень хорошо выполнено в этой игре. Меня оно вообще всегда радовало. Бронечка. Еще немножечко соберем говнеца всякого. А вот тут бронечка, там что-то еще там валяется где-нибудь. За углами, в закоулках. Ага, вот, вижу. Еще бронечка. Пулемет крутой. От него так все разлетается по сторонам. Это просто красотища. Страсть. А вот этот звук дзынь-дзынь очень похож на Аркс Фаталис, кстати. Никогда не обращал внимания. Но сейчас я это заметил. Стоять. Увидел ящики, глаза вылупил, все, сразу обо всем позабыл. Я о безопасности за рулем, обо всем. Сундуки! И все, я побежал к ним. Стоять. Так. О! О, как все грамотно. Так, открывайся. Открывайся, не стесняйся, что там? Мы все знаем, что там у тебя есть. Кто-то передразнивает меня там. Полетели. Тут что у нас? Ничего, кроме дерева в воде. Там тоже нифига толкового не будет, наверное. Хотя авось там тайник есть. Нифига тут нет. Обман один сплошной. Один сплошной обман. Ну ладно, пойдем наверх. Сейчас наверху посмотрим, что там интересного есть. По крайней мере, там из интересного взлетная площадка есть. Кто следующий? Выходи! Да выходите, не стесняйтесь, чё вы? А, дверь закрыта, блин, это плохо. Ну ладно. Чё, здесь интересного? Пешеходные переходы. Я типа такой, уи, нет, светофор идти. Да ладно, это я шучу. Неудавшаяся, очередная неудавшаяся шутка. Да еб... тварь. Ой, мужик! Мужик, стой! Блять, это надо было просто взять и выкинуть подствольный выстрел, а? Каким-то быть дураком. По привычке целюсь уже на правую кнопку, а здесь-то нету прицела. Что-то ты мне еще настроение-то портить будешь, а? Выбегай, что стреляет. Сотрудник убит. Да все сотрудники будут убиты. Ни один не останется в живых, если он такой мудак. Так, здесь нам наверх, я полагаю, не придется забираться. Ну, в смысле, куда-нибудь по ящикам, поэтому их можно смело убивать. Ох! Один выстрел подствольный выкинул. Три получил. На, там тебе... Опа! На! Получай.
Все разгромим. Все, с разбегу. Так, на-ка. Чтобы не казалось им жизнь медом. Гранаты. Все тут, смотри, все цивильно, так красиво. Пи-пи-пи, не пи-пи-пи. Ладно, пойдем отсюда. Здесь делать больше нечего. Полагаю, нам туда надо идти. И всегда надо было туда идти, но мы поперлись в комнату, где эти пацаны сидели. Мы их отвлекли, наверное, в карты они играли. Ну и, соответственно, они вышли такие недовольные, злые. Ага, сломано, понятно. И куда он здесь вот делся? В люк в этот залез или нырнул? Там он туман стоит. А, это лестница. Стоп, а здесь нет лестницы? Или что такое? Есть лестница. А что тут за проблема вообще? Почему я не смог туда пройти? Открыл дамбу, да? Дамблдор. Дамбдор. И, соответственно, раз у нас катер там, нам надо идти сюда. Какая красота. Плиточка, все цивильно, красиво. На улице бы такое увидеть. Это все вывалено, развалено, раздолбано. Итак. Погнусавить немножко. А теперь смертельный номер. Долгий полет оказался такой. Прям вообще жуткий. Восточная черная меза. Опа, мы в черную мезу уже пришли, что ли, нифига. Крутяк. Ага, значок лямда. Лямда-да, лям-дам-дам, дам-дам-дам-дам-дам. Здесь ничего. Музыка, конечно, такая. Ход с достижений. Так, 12. Следопыт. Музыка такая нагнетающая. Трансформаторы. Ничего здесь интересного нет. А катнуть тебя можно? Нельзя. Меня всегда вот эти вот картинки, сколько я когда-то играл в Half-Life, вот эти вот картинки меня всегда удивляли. А, спрыгнуть можно, а запрыгнуть нельзя. Что же это? Так, это человек. Человек? Ау. Где? Расслабьтесь, вы в безопасности. Расслабьте булки. Нас за сканирование. Мы не можем рисковать. Да ладно, что там такого-то? Доктор Фримен? Безопасность превышает. Конечно. Доктор Фримен? Это конечно. Вы добрались я. Так быстро? Представляю да, себе изумление и облегчение Элая. Легкая поездочка вышла. Я доктор Мосман, Джудит Мосман. Я слышала о вас задолго до инцидента с черной мезой. Прикольно. А, черная очень меза. Приятно. Я так вам завидую, что вы работали с Элаем и Клайнером в них величия. Ну, конечно. Ага, вот так. Теперь можно пройти. О, зеленая, значит, я могу пройти. Ура! Простите, если я вас задержу. Да ладно тебе. Не стесняйся. Привет, мужик. Рад познакомиться. Взаимно.
Нам точно нужна дополнительная помощь. Точно. Мы много сделали за последнее время. Чтобы быстрее, будь у нас больше людей с твоим опытом. Мой опыт останется только... Погоди, погоди. Я не все посмотрел. Я тут вижу ящик железный цифры 17. Это что-то значит? Здесь дверь заперта. Ну ладно. Мы близки к созданию надежной технологии местной телепортации, что пока газик недоступно Альянсу. Газик. Мирай полагает, что их порталы основаны на струнном эффекте, как наш Калабияу. Но они не учли коэффициент в уравнении темной энергии. Они могут телепортироваться из своей вселенной, но здесь уже зависит от местной транспортации. Знали бы они о нашей работе с завихрениями. Опа, нифига у вас серьезная работа тут проделана. Да. Послушайте меня только. Я говорю, как юная аспирантка. Не могу поверить. Поехали, аспирантка. Но наконец-то мы будем работать вместе. Будем, будем. Еще это и не так ты? Поработаем потом. Ах, да. Доктор Кляйнер добился такого зен-сжатия, что никто в черной мезе не поверил бы. Мы выяснили, как использовать зен в качестве скрытой оси для рывка через пространство. О, так что можно облететь вокруг. Little Nightmare. Вернуться, не пересекая местное пространство. Это хорошо, не пересекает. А вот и Элай. Да. Серьезно. Так вот сюда нас должны были телепортировать. Элай, вот смотри, сюда. Кого я нашла в шлюзе. Кого? Давай, покажи. Фриман, дай-ка мне взглянуть на тебя, господи. Да ты ни капли не изменился. Как а ты изменился. У тебя лицо квадратное раньше так, было. Так. В последний раз я отправил тебя за помощью после каскадного резонанса. Ха, я и подумать не мог, что на это уйдет столько времени. Добро пожаловать в лабораторию. Это не черная меза, но тоже неплохо. Чё ты пихаешься-то, а? С Гордоном все будет почти как в черной мезе. Твоя правда. В наши дни выпускники MIT большая редкость. Давай снимем с тебя защитный костюм и оденем тебя в родной лабораторный халат. Не-не-не-не-не-не-не. Сейчас я закончу и посмотрю, что тут можно придумать. Доктор Фримен, это огромная честь для меня. Я сгораю от нетерпения работать с вами. У тебя свитер грязный. Чувствую, ты, наверное, ела неаккуратно. Точно грязный, смотри. Что ж ты так вышагиваешь? Да, пойдем-ка в кладовочку. Доктор Фримен, вы должны остаться с Элаем. Я скоро к вам присоединюсь. А, ты на нас будешь смотреть в экран и... Ну, все понятно, все понятно. Нет, ну выпусти Доктор меня. Фримен, вам, наверное, есть о чем вспомнить с Элаем, а мы поговорим позже. Ну ладно, ладно. Еле ж бы одной там посидеть в комнате, а я тоже хочу с ней посидеть в комнате. Джудит хороший ученый и претендовала на твое место в черной мезе, но ты обошел ее благодаря своему инсбрукскому опыту. Ты глянь, это голова? Мы все а, это ж монстр, которого не добавили в игру. Да, приносит очень странные штуковины. Она вообще умеет, наверное. Таймс. Он руководитель всего этого отвратительного предприятия. Олсбрин. Война закончилась потому, что он заставил Землю сдаться. И Альянс вознаградил его, дав ему власть. Офигеть. Чудеса, чудеса. Ну что там, рассказывай. Элай Венс почти воспринял все в одно. Это фото и Алекс единственное, что я смог вытащить из черной мезы. А, слушай, тут ты больше похож на себя, да, узнаю, узнаю. А эту, кстати, девчонку я тоже видел, почему-то она у меня в шкафу была, фотография. В моем шкафчике почему-то она была, мы почти заставили этот портал заработать, но я не стану винить тебя, если ты откажешься от еще одного пробного запуска. Ядрен батон, да я что-то как-то очкую, слушай. Почему не работает? А куда мне надо-то? О, Гордон! Вортигон, ты сказали, что ты уже здесь. Невероятно. Ты шел пешком и так быстро добрался. Я да думаю, что он там? Побил твой рекорд, милая. Но он это заслужил. Похоже, ты доказал, что сможешь о себе позаботиться. Нет ничего на свете, с чем бы Гордон не справился. Ну, разве что с тобой. Пап, пожалуйста. Утю-тю. Да ладно тебе, не стесняйся. Ну что там ты такая стеснительная-то? Ты куда? Ты еще прийти не успела, уже убегаешь. Посмотри-ка на это, Гордон. Че тут? А почему ты ковыряешься...
А, там панель, нифига. Смотрю. Так, эта штука что меняет? А, она поворачивает образец. Я такое уже где-то видел. Алекс, я-то думала, ты на посту. Вартигонты отпустили меня, чтобы я смогла увидеть Гордона. В любом случае, я должна работать над порталом. Ремонтные работы под контролем. Кто-то недооценил террористера Альянса. Ха, ты обвиняешь меня? Нет, вовсе нет. Проблема в расчетах, а не в оборудовании. Сейчас подерутся. Тогда, наверное, в следующий раз лучше доверить мне не только установку, но и расчеты. Алекс, хватит же. Иногда мне кажется, ты притворяешься, будто не понимаешь меня. Алекс, почему бы тебе не научить Гордона обращаться с гравитационной пушкой? Да-да-да-да, давай. Пошли, Гордон, немного повеселимся. А вот веселиться мы будем в следующей серии, ребят. Благодарю вас за внимание. Подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, вступайте в паблик ВКонтакте, пишите комментарии, ставьте лайки. И всем до встречи в следующих сериях игры Half-Life, ну и других, естественно, игр. Всем удачи и пока.